Vi har sett det ryska geniet som hittade de dolda hålen på foliepaketet och kvinnan som hittade den gömda fliken på paradisasken. Men det finns också en rysk överlevnadsexpert som visar hur du öppnar en konservbok med bara händerna. Och det gäller att klämma till den på rätt sätt. Se och lär. Jag беру пальцы, замочек аккуратненько таким образом, да? И делаю дожимание грудной клеткой. Видите, да? Вот в этом месте перегиба, банка очень слабая становится. Теперь мне нужно сделать тот же самый разлом с другой стороны. Пальчиками аккуратненько нажали. Точно так же взяли с другой стороны. Так вот. И тоже точно так же заломали. Вот. Вот оно. Так. Теперь, если там будет жидкость, я думаю, у вас ума хватит, чтобы эту жидкость куда-либо самое слить или еще что-нибудь короче. Ну тут каша у нас, поэтому мне бояться нечего. Теперь, делаем такую вещь. Ох, господи. Сейчас немножко будет потекать чуть-чуть, но это ничего страшного. Вкусняшка. Так, теперь берем трас и аккуратненько, частыми движениями. Делаем две порции каши. Я, конечно, понимаю, что многие сейчас будут комментировать там, вот, мол, да ты попробуй там сгущенку открой, еще что-нибудь вроде. Если мне нужно будет, я открою. И залью куда-нибудь, куда угодно. Но, к сожалению, иногда бывают случаи, когда вот у людей есть консервы, они не знают, как их открыть, и просто-напросто помирают с голоду. Случаи, конечно, бывают разные. Вот я сейчас нахожусь в Комсомольске-на-Амуре, вот видите, такая ситуация. Да ты попробуй там сгущенку открой, еще что-нибудь вроде. Если мне нужно будет, я открою. И залью куда-нибудь, куда угодно. Но, к сожалению, иногда бывают случаи, когда вот у людей есть консервы, они не знают, как их открыть, и просто-напросто помирают с голоду. Случаи, конечно, бывают разные. Вот я сейчас нахожусь...